Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого ефіру доєднується Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач. Игаль, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую. Я думал о том, что произошло за прошедшую неделю, да, какие самые важные события. Одно из них очень показательное, вы тоже об этом много писали, это, конечно, генсек ООН Антонио Гутерреш, который приезжает в Казань, в Россию, кланяется Путину, обнимается с Лукашенко, ну такой максимальный слизняк. Опять же, для контекста стоит напомнить аудитории, что Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина, это часть структуры ООН. Несмотря на это, Гутерреш там, все у него в порядке. Опять же, мы помним о том, что Израиль вообще-то признал его персоной нон грата. Я уверен, что часть нашей аудитории не понимает, а что случилось, можете ли рассказать? Он не осудил удары Ирана по Израилю. А какая за этим логика? Ну вот мы же все пытаемся найти логику. Например, за тем, что он поехал в Казань, ну слушайте, там же страны глобального юга, очень важно, чтобы у них все было в порядке, не было продовольческого кризиса, чтобы все поступало вовремя, зерно и так далее. Вот он таким образом, кажется, объясняет свои действия. А что с Израилем? Ну как, в смысле, что с Израилем? С Израилем все хорошо. Не-не-не, я имею в виду его позиция. Ну, это, как, то, что Израиль половина мира клюет, ну что, это разве новость? Ну, тут ничего нового нет. Вот. Зеленский, он призывал гуманитарку в Газу отправить и так далее. Что ж, как бы удивляться уже с Гутерришем и так далее. Вот. Там, вы знаете, кстати, во Франции был какой-то саммит, там, собрание, что-то такое, где обсуждали там, и даже деньги какие-то собрали, какую-то там сумму, миллионы чего-то, там, на восстановление там в Ливане. Они же не собрали саммит про восстановление израильского севера, куда прилетают ракеты Хизбаллы, разрушают дома, это все деньги, сгорают леса, даже пожары. Они же поджигали вот, леса севера. Они горели, там довольно много сгорело. Это все, тоже нужны деньги, чтобы это все восстановить, вылечить, залечить раны людей, возможность вернуть обратно. Но они почему-то не это, да. Они за Ливан переживают, за Газу переживают и так далее. Гутерреш, комсомолец, он тоже за всех переживает. Вот, у него сердце вот, за всех угнетенных и всех несчастных и так далее. Русский самый главный угнетен, он поехал к ним. Вот, русских же все обижают, везде русофобия вот, и так далее. То есть эти страны третьего мира. Вот. Золотой миллиард обижает всех. Обижают палестинцев, обижают русских, обижают курдов, обижают, не знаю, каких-нибудь где-нибудь еще там африканцев в Центральной Африканской Республике, обижают каких-нибудь, не знаю, там вот в Буркина-Фасо каких-нибудь чернокожих обижают. Везде всех обижают. В Азии вообще всех поголовно обижают. Белые колонизаторы, сволочи, вот всех колонизировали, всех ограбили и так далее. Гутерреш, он же социалист, социалистическая партия Португалии, он ее лидер был, вот, он в ней вырос. Вот, ну, в его парадигме есть вот эти белые колонизаторы, которых вот всех угнетают. А Путин борется с этим всем, он же это постоянно декларирует. Он говорит, не будет однополярного мира. Это Путин говорит. Мы за многополярный мир. Вот, и золотой миллиард разграбляет и расхищает вот там вот во всем мире. У всех все забирает, всех обижают и так далее. Вот в этом, да, просто на каком-то моменте уже все, как бы это все, последняя грань была, в Израиле очень правильно сделали, запретили ему въезд в Израиль, персону нон грату, вот, потому что все уже, как бы, есть граница, когда дисфункционал происходит, как бы, структуры, ну, то есть, ну, про ООН много сказано, что это, как бы, глупость уже, которая неадекватна времени, но ООН запрещает агрессию государств. И если одно государство Иран наносит, ну, проводит агрессию против другого государства, Израиль напало, да, то есть нанесло удар. Ты не осудил это, будучи генсеком ООН, где устав ООН запрещает агрессию одних государств против других? Это как бы просто какая-то сборище клоунов, вот, поэтому иди ты нафиг. Ну, как бы таким буквально сказали. Там же возмутились, там же сказали, что это же как бы уровень неуважения, там какой-то запредельный и так далее. Ну, так, конечно, уровень неуважения, потому что, ну, если у вас структура как бы клоунов, Ну, понимаете, структура клоунов – это эмоциональная оценка, потому что это не структура клоунов, это структура, созданная сильными государствами, Совбез, да, где-то, Советский Союз, США, чтобы мир друг друга не сожрал в новой очередной мировой войне, и чтобы большие державы эти всеми руководили и управляли. И можно сколько угодно сейчас уйти в прошлое и думать, насколько это адекватно было в 40-х годах, на минуточку Сталин еще был, и еще долго ему годы. До 53-го. До 53-го еще долго ему жить и здравствовать. Корейская война была, кстати, куда он послал войска. Вот. И от лица ООН, как бы. Вот. То есть, вот тогда, когда эта вся структура и архитектура безопасности образовалась, когда еще Сталин был, когда еще левые идеи, большой подъем, популярность была, везде были там эти вот сталинистские, марксистские партии, все эти левые партии, лейбористы победили в Великобритании и так далее. Но мир вообще был другой, абсолютно. Ну, у многих были философов и разных мыслителей, которые потом разочаровались в Советском Союзе, поняли, что это такое. Тогда у них были иллюзии, что действительно вот рабочее государство, которое победило фашизм, там Фуко, Сартр и так далее. Да? Они потом разочаровались все. Фуко был в коммунистической партии Франции. Потом он разочаровался, вот, и Сартр разочаровался к 80-м годам там, и так далее. Но на тот момент 40-е, вот, и конец 40-х, когда это все создавалось, да, середина и конец 40-х, вот, это все было совершенно другой мир. Его уже не существует даже близко. Обратите внимание, я не про холодную войну даже говорю, не там, не пик ее, да, какой-нибудь, не знаю, 60-е, а потом 80-е. Я говорю про 40-е, вот, когда только там Черчилль произносит свою речь, да, про железный занавес, все эти все вещи и так далее. Ну, то есть, совсем другая реальность была. И вот можно уйти в историю и обсуждать, насколько ООН, как структура вот такая глобального полицейского, чтобы друг друга не сожрали эти две огромные силы, которые, да, у нас образовались после Второй мировой войны, на руинах Второй мировой войны, Советский Союз и соцблок, с другой стороны, капиталистический лагерь вместе с, то, что называется, Первый мир называлось США в главе. Сколько это адекватно было, все эти структуры созданы. А сегодня, это, знаете, это как-то анахронизм, это атовизм, это вот эти старые какие-то. Знаете, как в начале 20 века там всерьез обсуждали бы какие-нибудь там союзы вот, каких-нибудь там вот монарших династий, которые образовались в конце 18-го, начале 19 века. Они как бы еще существовали, даже что-то решали, а потом бац, Первая мировая война, и все друг друга перебили как бы. Вот, и всем пофиг было. Ну, формально все союзы были, формально какие-то там эти были. Так и сейчас. Вот, формально все существует, формально это. Ну, вот. Знаете, насчет ООН. Говорят же, что процесс ее распада начнется с того, когда вот будет первый, кто вот решится, сколько не персону наград, а да, объявить там генсека, всякие такие жесты, а выйти из ООН. Вот. Ну, у нас есть, кстати, государства, очень являющиеся очень важными стержнями мироустройства нашего. Ну, Тайвань, который как бы, да, с точки зрения ООН, как бы, ну, и вот Китай, да, как бы не Тайвань, Тайвань не рассматривается Китаем, хотя, как бы, Тайвань себя рассматривает Китаем, их название-то китайское, да, республика есть и так далее, вот, но они были представителями в ООН, как раз представлены как государство, но потом их поменяли на Китай, который маоистский Китай и современный Китай. Ну, это мешает как бы Тайваню существовать, и там высокий уровень жизни, и хорошо жить, и пользоваться привилегии там, помощи от самого сильного государства планеты США и так далее. Так вот, сейчас просто начался разговор, что Израиль, который бойкотирует, полностью хочет вычеркнуть УНРУ, вот эта организация, да, Бапорт, что называется, ООНовская организация помощи палестинцам и так далее. И на самом деле она помогает террористам, вот, поддерживает, в том числе даже сотрудники этой организации, ООН, которые были члены там Хамас или что-то такое, вот, или участвовали в резне 7 октября, это зафиксировано было и так далее. Вот. Ну, мы хотим эту лавочку закрыть полностью, вот, где под прикрытием ООН действуют террористы. Вот. И предупреждаю сейчас Израиль, говорят, что если вы это сделаете, вас могут из ООН исключить. Это интересно, да, если Беларусь там, или Россия, или, ну, Сирия, кто угодно, они исключены из ООН, Израиль, да, может быть, да, то есть есть такая угроза. Да, не Северную Корею мы исключим, да, вот это абсолютно как бы оторваны вообще как бы от чего-то любого адекватного, да, состояния. Знаете, я видел недавно, как умеренные как бы комментаторы говорят, что, ну, севернокорейский режим это шиза, это бред. это не какие-то радикалы были, так далее, ну, умеренные комментаторы из политологов. Вот. Там, да, не Иран какой-нибудь, вот, а Израиль не исключат из ООН. Ну, удачи, пусть исключают, как бы, вот, ну, Тайваню хорошо, как бы, и так далее. Не, понятно, что как бы, ломать не строить, да, любые структуры такого мирового уровня, если разрываются, они требуют альтернативы и создания новых цепочек. Они как будто создаваться, вот. Ну, у меня такое ощущение. Ну вот, знаете, вот эти все вот моменты, когда вот угрозы, что Израиль исключат из ООН, то, что Израиль объявил персону нон грата Гутерреша. Потом, обратите внимание, дальше идет Зеленский, запретил ему въезд в Украину. Да, это не персону нон грата, но все равно это довольно... Ну там не запретил, а вроде как не захотел встречаться, да, не подтвердил его визит. Да, ну да, это уже как бы, да, трактовки, как, ну по факту имеется в виду. Вот. Он же не приедет как бы в Украину, там где-нибудь, не знаю, во Львове там кофе пить, да, вот. То есть, имеется в виду, если не захотел встречаться, то, как считается, запретил, вот, потому что у него нет никакого смысла просто там колесить по городам Украины, вот. Ну, в любом случае, даже не захотел встречаться, это довольно все-таки тоже такой важный знак. Ну, я думаю, ваши тоже как бы пытаются держать нос по ветру, типа, как бы, да, что дует. И ваши элиты понимают, что, ну, как бы, он как-то так трещит по швам, потому что, вот, возвращаясь обратно, вот архитектура безопасности, она неадекватна в том числе, потому что Советского Союза и соцблока не существует. И что делает эта новая ось? Иран, Северная Корея, Россия, Китай. Они говорят, ну, вот мы альтернатива этого всему. Альтернатива в чем? Там был первый и второй мир. Капитализм, социализм. То есть сидели целые философы, без иронии, философы, да? Альтусер, Фуко, этот, как его, Сартр тот и так далее. Это уважаемые были люди, им прислушивались. И они, ну, вот говорили, ну, когда говорили, что вот если где-то какое-то государство новое образуется, Франц Фанон об этом писал, например, да, такой знаменитый есть левый теоретик на то время, вот, который про деколониальные все эти вот вопросы, да, изучал. Он говорил, что если государство освобождается от контроля другим государством, то есть деколониальный происходит процесс, у него есть выбор двух систем: или капиталистические, и быть под США, Запад и так далее, или социалистические, быть себе Советским Союзом и так далее, и так далее. В этом была логика. Но в конечном итоге капиталистический мир победил. Советский блок развалился, разрушился. Те немногие социалистические государства, которые остались, они вообще вычеркнули у себя из Конституции или из программ партии своих построения коммунизма. То есть там у них осталась вся ширма, но там идут максимально капиталистические как бы, процессы, да, и так далее. Вот. Китай один из самых капиталистических государств как бы, на планете, с точки зрения как бы, рынка его работы. Вот, какой-нибудь там Вьетнам, например, где тоже компартия, это все и так далее, но они вот, друзья США и это все и так далее. Вот. Это даже Северная Корея, где полная шиза, они вычеркнули там коммунизм и сказали, что чучки это вот все идеальное состояние, вот мы и добились, мы умнее Маркса и Ленина, мы смогли там создать что-то свое, самое лучшее на свете и так далее. Вот. И самое главное, они не предлагают это там как бы универсализм всему миру, что вот пусть все так будут и так далее. Это наша как бы корейская специфика. Такой, да? Ну, в каком-то смысле нацизм, да, национал-социализм, да? Вот, социализм только для нас, для корейцев. Как бы. Вот. Вот. И непонятно, зачем тогда существует Совбез? Какие два мира? Про какие два мира идет речь? Но есть один мир капиталистический, есть демократии в нем, которые успешно не развиваются. Это с точки зрения, знаете, сейчас я сейчас не про политику, там, этику или какие-нибудь моральные качества, я говорю с точки зрения рынка. Для рынка нужно открытое общество, open society, чтобы оно развивалось, появлялись новые стартапы. Новые стартапы производят новые возможности для развития капитала и расширения его. Поэтому любому капиталисту, любому рыночнику, ему важно, чтобы была демократия, чтобы работал либерализм. Поэтому капитализм и либерализм идут всегда вместе. Ну, так это фундаментальные вещи, как бы азбучные. Вот. Именно поэтому диктатуры и авторитарные вот, устройства, они очень неэффективны. Ну, в точке зрения долгосрочной. Они могут эффективно, вот, прямо сейчас, мобилизовать количество там, людей, мяса куда-нибудь на войну, мобилизовать какие-нибудь там, ракеты, послать их куда-то и так далее. Но с точки зрения развития мы видим, что они очень отстают и деградируют. Кстати, удар вот, израильский по Ирану, который они были беспомощно абсолютно не смогли восстановить, авиацию, перехватить ракеты. Все цели были поражены, которые мы планировали им поразить. Это как раз с этим связано, что в силу их закрытости, санкций и авторитарности режима, его неинтеграции с миром, Вот. У них системы противовоздушной обороны, они там на уровне 90-х вот, или 80-х. А насчет авиации, это вообще 60-е да, годы, музей. Это колоссальный разрыв просто в технологиях. То есть вот, если Израиль в плане авиации использовал прямо пик технологий, что же самое современное, у них там самое современное было, ну, какой-нибудь... С-300 это 80-е годы тоже, на минуточку. Вот. И поэтому, ну, это абсолютно как бы неадекватно. И... Поэтому, возвращаясь к ООН, непонятно, какие два мира, про что Путин говорит, про что они все говорят. Расшифровывая, они не говорят про двухполярность, они говорят, что мы хотим просто сидеть и грабить, ни с кем не считаясь, и не считаясь вот Западом. Мы хотим царствовать, управлять, и не бояться, что по нам прилетит Hellfire, как прилетел по Сулеймани, или нас линчуют в водопроводной трубе, разорвут на части, как Каддафи, или не повесят, как Саддама Хусейна. Все, это то, что они говорят. Просто они не скажут. Ну, кстати, Путин так и говорит, он же плакался по Сулеймани, да, ну, фактически у него это вырвалось, да, по Фрейду, вот, но в массе своей, да, там, на 2-3 раза, как он поплакался про Сулеймани, он раз 10-15 говорит там про многополярный мир и разные эти, опять же, когда в Советском Союзе это говорили, неважно, верили генсеки и элита советская или не верила, это не имеет значения, в этом была логика. Они говорили, мы против то-то-то, потому что вы капиталисты, империалисты и, вот, и так далее. Да? Вот. А мы вот социалисты за социализм, и вот, альтернативу для человечества. Это рассматривалось как альтернатива для всего земного шара, для всего будущего и так далее. Подавалось. Вот. А сейчас какая альтернатива? Что вы предлагаете? Как бы, то есть, это же бред, ну это же ахинея. И поэтому рождается вопрос, а зачем Советский Союз этот, господи, ООН сейчас нужен, с его совбезом, где сидит Россия, как правонаследница Советского Союза, вот. При этом которая ничего не предлагает, никакой новой системы. Вот. Поэтому структура неадекватная, эта структура вот рассыпается, мы видим, как она трещит, и я думаю, что да, в каком-то моменте она действительно, как в свое время Лига наций, она уйдет как бы в тень истории, и, видимо, чем-то новым чем-то будет заменена. Слушайте, вы столько всего важного сказали, что, значит, я короткие комментарии. Ну, во-первых, кстати, по поводу очарования Запада сталинскими идеями, марксистскими идеями, да, есть очень хорошая книжка, это художественная литература, есть такая Дорис Лессинг, английская писательница, у нее Нобелевская премия, такая «Золотая тетрадь». Вот там как раз она сама была вот тем человеком, которая сначала была всем этим очарована, ну и потом понятно, что с ней произошло. Очевидно, что, конечно, когда теперь нет соцблока и противостояния капитализма, социализма, ну вы об этом сказали, это демократия против автократии. Автократии тоже очевидно, что они делают, они вроде как имитируют выборы. Слушайте, в России выборы, в Иране выборы президента. Окей, Си Цзиньпин сейчас себе поставил третий срок, но это тоже типа выборы. Так, смотрите, наша партия проголосовала, в чем проблемы, да? Что вы против? То же самое, очевидно, что да, это клептократии, очевидно, что они хотят просто набивать свои карманы. И тут еще интересный момент, что они используют такой очень хороший термин «суверенность». Да? Вот они в ООН приходят и говорят, слушайте, ну мы же суверенные, какого хрена вы к нам лезете? Что вы нас там спрашиваете про уйгуров или я не знаю, что мы там делаем со своими внутренней оппозицией? Да плевать, мы суверенные, до свидания. Я вот просто сейчас нахожусь во Львове, форум тут связанный с борьбой с коррупцией, и там была важная точка зрения высказана о том, что борьба с коррупцией – это вообще-то такая западная штука, да, это такая штука, ну, демократии, ну, не обязательно западная. Имеется в виду, что в автократических странах этих проблем нет, ну, как бы спросите в Центральной Азии, ну, как что там? Потому что коррупция это фундаментальные вещи, вот, функционирование этих аппаратов, потому что все эти сами аппараты нацелены на кумовстве и родственных связях часто, да, там как бы вот, брат, сват, друг, брат, знакомый и так далее. И это просто невозможно без коррупции. Поэтому это как бы просто, да. Кстати, грамотные авторитарные режимы, которые обеспечивали экономический рост. Допустим, кстати, Южная Корея, она была довольно авторитарной, только потом демократизировалась, но обеспечив себе ту всю базу. Ну вот, грамотный авторитарный режим. Израиль, кстати, когда там были социалисты у власти с Бен-Гурионом, там очень все так на грани было с демократией, тоже все плохенько. Вот. Но вот сделался задел, понимая, что есть коррупция. То есть мы выдаем когда на проекты деньги, мы понимаем, что 30% распилится, потом мы дадим 130%. Как бы. Вот куда-нибудь. Как бы сразу делая задел на распилку, да, то, что уйдет. Вот. Но да, как бы да, в автократии говорить, что будет борьба с коррупцией, это смешно. В демократиях это возможно, потому что элиты постоянно меняются. И можно просто постоянно разрушать структуры и создавать их по новой. То есть просто более динамичное общество, оно позволяет более как бы ворошить и где-то вот раздеребанивать вот какие-то такие гнезда, как бы, которые они не фиксируются надолго, потому что это не династии. Вот, оно абсолютно, да, разрушается, совершенно новые приходят, как бы эти, новые элиты абсолютно приходят, новые эти точки власти. Вот, поэтому, да, это такая западная штука. Но вы еще просто сказали, да, о том, что возможно, ну не то, что возможно, очевидно, что должна быть альтернатива, что новые структуры будут создаваться. Но тут у меня такой вопрос. Создается впечатление, что Западу все ок. Опять этим демократиям все ок. Есть ООН, мы все там прилетаем в Нью-Йорк, Нью-Йорк приятный город. Значит, там все мы встретились, пожали руки, выступили, кто-то кому-то сказал, что он мерзавец. Разъехались, нормальная структура. А вот как раз автократии, они создают новые эти структуры. Саммит БРИКС, мне кажется, один из таких примеров. Мы можем долго говорить, да, о том, что там это была фиаско Путина, это вот наши украинские аналитики, многие так любят говорить. Вообще-то там очень высокий уровень представительства, да. И Эрдоган прилетел, и, понятно, Си, Моди, куча очень важных людей из больших стран с большими деньгами. Нет ли у вас ощущения, что Запад как раз тормозит что-то новое создавать или реформировать, а вот эти автократии с карманами полными денег, да, спокойненько себе как раз организовывают что-то альтернативное? На Западе многое делается, там мне просто, у меня есть опасения, я не политолог, и куда мне там до всех этих вот... людей в дорогих костюмах, которые строят там прожекты на десятки лет вперед, куда мне не до них. У меня есть ощущение, что они довольно с грамотной стратегией, долгоиграющей. У них на весь век стратегия есть. Иногда забывают о тактике, что где-то тут надо держать руку на пульсе. Если вы посмотрите на всех там развитие блока, который должен сдерживать Китай, AUKUS, и научное и военное строительство, там на 27-28 год, дальше идет 30-35 год. То есть с ориентацией полной технологической гегемонии, в первую очередь над Китаем. Россия не рассматривается противником, типа. Вот. Китай. То есть у них все абсолютно прожекты, они рассматриваются в парадигме Китая. То, что называется англосаксы, да, у нас. Австралия, Великобритания, США. И с ними там идет Канада, Япония, друзья, Новая Зеландия, такие как бы очень близкие друзья. Я про этот мир. Это сейчас не про Германию, не про Францию, да. Вот. Германия одна из центральных, да, индустриальных вот, Европы, да, вот это все. Я сейчас говорю вот США, Великобритания, Австралия. И там всех их проекты, они со стратегическим планированием, в том числе космоса. Там вы не представляете, как там я же постоянно слежу, я у себя на канале часто публикую, там возможности на новые спутники, возможности уничтожения на орбите, там, колонизации, там вот это все, Луна, Марс, влились огромные деньги в частников, тот же SpaceX, Илона Маска, да, который посадили недавно Starship и так далее, он работает все, да, батут работает, что называется, более чем. То есть нельзя сказать, что это все или куда-то распилено, или это все оказалось пшик, или это все оказалось какой-то просто болтологией. Нет, это все работает. И если вы посмотрите на виды вооружений, которые уже какие-то тестируются, а какие-то, скоро начнут тестироваться, и там на 27-й, как я сказал, 28-й год, скоро уже, там такой отрыв идет, что, там Россия с ее С-300, С-400, допиленные С-300, какие-нибудь там, не знаю, Иран с ее музейной авиацией 60-х годов, или сейчас они там Су-35 российские, да, тоже это прошлый век, буквально, какой-нибудь Ким там и так далее с его этими там ракетами всеми, все вот это вот. Это все настолько как бы каменный век уже, настолько где-то позади. Абсолютно невозможно что-то догнать. И они понимают это, да. Это стратегия. В стратегическом плане они действительно понимают, что они хозяева жизни, и они действительно несутся большими, как бы, семимильными шагами вперед. Есть тактика. Вы понимаете, когда где-то просто возьмет этот альтернативный этот блок весь, да, там, Китай, Северная Корея, Россия, видят, что может воевать, и никто ничего не делает, просто разжигают конфликты. И просто, в итоге, к тебе придут там, сотни тысяч северокорейцев с обычными тупыми снарядами. Иди делай с этим что-то. А потом китайцы придут вообще и так далее. Да, вот большая война на Ближнем Востоке. Почему американцы боятся так большой войны на Ближнем Востоке и так далее? Вот. И вот это как бы уровень как бы тактики. И мне кажется, здесь где-то они то ли то ли не до конца не понимают, то ли у них есть какая-то больше информации, не владеют, то, чего мы не видим и так далее. Но стратегически Запад действует очень правильно, он в отрыве, он гегемон, он остается гегемоном, и все эти вот государства, да, они даже близко не приближаются к тому, чтобы хоть где-то, хотя бы догнать, я не говорю перегнать, хотя бы догнать. Разрыв продолжает, он увеличивается. Буквально с каждым годом научно-технологически, а значит и военный разрыв, он растет. Устремительно очень. Они это прекрасно понимают, видят. Вот. И понятно, что вам этого не легче, украинцам. Вы говорили, да, вот о таком технологическом разрыве между Западом и не Западом. Ну, это даже не Запад. Мы понимаем, что когда мы говорим про Японию или там про Новую Зеландию, это что-то совсем другое. Но тем не менее, вот есть такой термин. Я обратил внимание, значит, президент Зеленский дал сейчас интервью индийскому изданию The Times of India. Ну, там он говорит, с одной стороны, очевидные вещи. Гутерреш на БРИКС – это сюр. Нейтральность в войне – это поддержка России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтральности. Ну и вот он, среди прочего, значит, говорит о том, что Индия могла бы выступить посредником, она могла бы даже стать местом переговоров Украины и России, что Моди, опять это такой, тут нужно знать, человек очень самолюбивый, да, вот человек, который строит свой собственный культ, уже построил культ личности в Индии, что он премьер-министр действительно огромной страны, та-та-та-та-та и так далее, и так далее. Есть ощущение, что, опять же, после БРИКСа, где, ну, все, в принципе, говорят одно и то же, Индия единственный такой противовес Китаю, да, они не могут быть с Китаем друзьями, у них там есть территориальные проблемы, ну, в смысле, какие-то вещи, которые они не могут разрешить, плюс Индия не готова ложиться под Китай, как многие другие, как Россия, у которой нет другого выбора. Индия с точки зрения того, что она сохраняет нейтральность, и с точки зрения как альтернативная площадка. Опять, я вас вроде как политолога об этом спрашиваю, но если посмотреть на их историю военных противостояний, да, там, конфликтов на границе с Китаем, понятно, у них есть всегда Пакистан, это вечная тема. Вес Индии. Верите ли вы в него? Снова это опять какой-то вопрос веры, я люблю такие вопросы глупые. Ну, много кто хотел записать себя в миротворцы. Турки, например, тоже еще в 22 году. В любом случае, если Украина захочет выбирать себе площадку какую-нибудь нейтральную, ну, та же Индия есть. Вот. Ну, то есть, вашему руководству виднее, где выбирать площадку нейтральную. Ну, очевидно, что есть государства, которые не могут быть нейтральной площадкой. Вот. Тут я как бы не вижу, в чем вопрос и в чем вера, как бы, вот, ваши захотят вести переговоры, ну, Индия так Индия. Не, ну, мы видим, конечно, что у нас такая тоже многовекторная политика, сначала мы говорили про Ближний Восток, про Саудовскую Аравию, с Катаром мы, значит, сотрудничаем и что-то на него смотрим, Швейцария не подходит России, они уже сказали, что они считают ее нейтральной, ну, вот теперь Индия. Я понимаю, что у нас, очевидно, нет другого выбора, да, как пробовать разные варианты и предлагать разные варианты. Ну вот теперь мы, как это, льстим на рендере Моди. Еще одно важное событие, на самом деле очень неприятное, и это как бы долгосрочная история того, что происходило на прошлой неделе, это, понятно, продолжающееся наступление российских войск на Донбассе. В принципе, еще пока не было официального подтверждения, ну вот военный историк Роман Пономаренко, украинский, да, уже написал, что да, мы потеряли Селидово. Это под Донецком, это открывает, значит, российским оккупантам дорогу на Покровск с юга. И Роман, он пишет, он, кстати, был часто в эфирах, он сейчас не может включаться в эфиры, потому что, ну, служит и, короче говоря, там ограничен в том, чтобы разговаривать с медиа. Ну, он Басов, да? Вот я сейчас не вспомню. Я боюсь ошибиться, может быть, я просто не помню. И он пишет там, да, что российская тактика захвата городов эффективная, что он уже писал об этом раньше, что если раньше они штурмовали в лоб, ну и, соответственно, много теряли, и мало что у них получалось, ну, редко что получалось, то теперь они концентрируются на флангах, пытаются обрезать пути поставок, ну, короче, логистику обрезать и так далее. Он пишет вот о чем, я о чем хочу поговорить. Вот Роман Пономаренко пишет о том, что, цитирую, чтобы переломить эту горькую тенденцию, нужны комплексные решения, от организации управления войск до обеспечения и военной подготовки войск. Мы в наших эфирах много достаточно говорим и слышим эту проблему про организацию управления войск. Бутусов об этом часто говорит, не только Бутусов, достаточно много военных экспертов, которым мы доверяем. Я уверен, что наша аудитория не понимает, а что тут сложного? Вроде как, если мы об этом говорим 2,5 года, и у нас это не очень получается, то почему мы не можем это исправить? Можете ли вы это объяснить? Я в смысле не почему мы можем этого исправить, а как это работает и в чем тут проблема? Вопрос в том, почему русские продолжают наступать на Донбассе и у них получается продвигаться? Нет, вопрос в том, почему у нас не получается эффективно, что нужно для эффективного управления организацией войск. А кто сказал, что она неэффективная? Не, я не говорю, что она эффективная, но просто вы понимаете, что это уровень, который вам нужно собрать огромную массу данных на всех уровнях. Более во время войны не всегда это возможно сделать. Мы, скажу честно, говоря с Бутусовым приблизительно раз в месяц, у нас вот так не чаще эфиры. Бутусов журналист, он же не военный, ревизор какой-нибудь. Согласен, да, вы тут правы. Мандатами команды военных. Вы тут правы. Он хороший журналист, да, он делает крутые репортажи и крутые интервью, но он журналист. Вы тут правы. Мы тут говорим о том, что скорее всего, он общается с многими разными людьми на разных уровнях, имеется в виду, конечно, военные. И он слышит это от военных. У нас даже есть такая рутина, он снова начинает об этом говорить, и он снова говорит, это уже 35-й раз. Я на это реагирую, слушайте, нас слушает много очень людей, которые принимают решения, возможно, они услышат, это уже превратилось в такую, стандартную рутину. Тем не менее, я думаю, что я не понимаю, как это объяснить аудитории, что там не так, как это должно работать. Возможно, у вас есть какой-то взгляд со стороны. Что не так в армии, которая до полномасштабного вторжения было несколько сот тысяч человек, и которая сидела статично в зоне операций Объединенных сил, где артиллерийские или с ПТРК удары были обмены, да, иногда там какие-нибудь группы там ходили, удачно-неудачно, Но в целом вообще-то все затухало, кстати, к началу полномасштабного вторжения, боевые действия затухали. И которая резко, моментально, за дни и недели выросла до 1 миллиона сил обороны, с целым ворохом огромных отрядов ТРО, группок, силы национального сопротивления, это все. Сейчас чуть-чуть что-то как бы тряслось, а в 22 году это вообще было вольница огромная. И почему в этом всем нет эффективного управления? Это очень странный вопрос. Это же вещи, которые фундаментально снизу выстраиваются в течение долгого времени, и у вас учится поколение командиров, офицеров раз за разом, чтобы на едином военном языке говорить и действовать на едином как военный организм. А выросшие эти огромные вооруженные силы, большие силы обороны, наставили офицеров, которые, то, что называли пиджаки, просто по военной кафедре. Они никогда не учились военному делу, то есть они вообще без понятия. Да? Они, более того, они в свое время пошли на военную кафедру, чтобы откосить от армии как раз, а не стать военными, грубо говоря. Их вообще никогда не интересовало это дело, это все военное дело и так далее. Формально они офицеры, их поставили командиры взводами, допустим, командирами рот. Они вообще без понятия, как работает рота, например. На 22 год, например. А часто, так как не было офицеров, нету кадров, становились командирами, в числе батальонов даже, люди, которые вообще не офицеры. Большими формированиями командовали. Потом задним числом, помните, был закон о том, что получать офицерские звания без офицерских курсов более года назад. И помните, когда была такая ситуация, когда кто-то начинал буквально с рядового, а сейчас он командирует каким-нибудь подразделением крупным. И почему в такой ситуации нет единого военного языка? Это очень странный вопрос. Для этого нужно, чтобы остановилась война и начать строительство заново всего. Такие вещи строятся с нуля, снизу. Их нельзя декретом ввести. Вы должны воспитать плеяду военных, которые будут говорить на одном языке. Огромную, большую. И потом, чтобы сменилось 2-е поколение и 3-е поколение этих военных, чтобы одни обучали других. И вы наблюдали, как ревизор, что постоянно сохраняется единый язык системы управления. Даже во вред эффективности. В такой структуре, если у вас с одной стороны есть что-то неформальное, такая атаманщина, но оно будет эффективно, и что-то, что действует по военному алгоритмам и протоколам, ну, чуть-чуть менее эффективно. Вы, как амбассадор этой системы, представители, должны будете настаивать на этом, чтобы было. А не в угоду временно где-то вот эффективности атаманщины, потому что какой-то там превосходный командир, который там все умеет, все знает, такой батька своих солдат, они его любят, и вот он там какой-то спец по дронам или спец по танкам, и все круто умеет. Ну, просто ну, пока он есть, да, потом его убьют, если, или он уйдет, или что-то случится, вот, или попадет в немилость старшему командованию, ну, то все, ну, больше нет такого, да, вот, подразделения. Знаете, вот у нас в Израиле очень много есть проблем, ну, пипец просто, ну, другого качества. Не те проблемы, которые у вас. Но я скажу, есть много и хорошего, позитивного. Одно из позитивных вещей, которые меня обрадовали и радуют, то, что у нас сохраняется единый язык. Я общаюсь с абсолютно разными военными нашими. Я скажу по-другому, я общаюсь с многими вашими военными, с офицерами. Вот. Я могу говорить с 4 майорами вашими, у меня такое ощущение, что это 4 майора с 4 разных армий. Они говорят на разных языках. Каждый часто опирается на свой опыт. То есть они служат в разных подразделениях. Один вообще в НГУ, вот другие там в ВСУ. На разных абсолютно направлениях. Там разные интенсивности боевых действий и так далее. И вот когда я говорю с вашими офицерами, с младшими, там, старшими и так далее, я как будто я говорю с разными армиями. Такое ощущение, что в Украине просто воюют огромное количество, много разных армий. В Израиле, когда я общаюсь с своими коллегами, мы разговариваем максимально лаконично и коротко, потому что мы говорим на одном военном языке. Мы все понимаем. Мы все заканчивали одну школу. Школа офицерская одна в Израиле. Общие постулаты воспитания военных, профессиональных военных в Израиле едины. Не может быть, что вы будете как один израильский офицер, будет говорить с другими израильскими офицерами, и у них будут как будто не из разных армий. Вот. Я это очень ярко стал ощущать, когда начались у нас боевые действия, на фоне ваших, когда я с вашими общаюсь. Вот, у нас это выстраивалось с 40-х, 50-х годов. Система. Видимо, у вас еще впереди это будет выстроить. Но вовремя выйти невозможно. Это нужно делать между войнами. И очевидно, что у вас с Россией будут серия войн. Как у нас была серия войн с Египтом. Вот. Видимо, когда у вас будет определенное затишье и подготовка к следующей войне с Россией, вам надо будет вложиться и заняться системой вот, управления, да, абсолютно вот ее создавать с нуля. И самое главное, офицерский состав. Кстати, Роман, вы упомянули, историк, он про это и говорил, что ну, не хватает, он еще писал давно, что не хватает компетентных кадров офицеров. И об этом все указывают. У вас не хватает офицеров, у вас нет офицеров. Вот. Ну, то есть формально кто-то и офицер, да, опять же, по кафедре. Имеется в виду офицеров, которые вот именно это закончили и умеют, которые... Знаете, а что такое определение офицера в Израиле? В Израиле есть очень короткое, лаконичное, буквально в 5 строчек определение, кто такой офицер. 3-5 строчек, маленькое очень. Так вот, одно из самых первых там строкой идет офицер, человек, командир, который обучен искусству войны и применению этого искусства на практике. То есть это не формальность, то есть это не то, что ему погоны дали. Он обучен, он знает, как применять вот, оперативное искусство. Вот. А так как у нас армия – это система, которая должна работать как единый оркестр, это говорит о том, что все такие амбассадоры системы, офицеры должны быть обучены в едином регистре, то есть в едином, то есть в единой системе. Неважно, какой у них опыт, нравится или не нравится. Индивидуально они, может быть, считают себя крутыми атаманами и считают, что они знают лучше, чем сказано в книге. Они должны уметь работать по книге. Даже если они в конечном итоге работают сами, они все должны уметь работать по книге, чтобы иметь общий язык. Не потому, что книга это правильно. В Израиле тоже часто где-то что-то делают не по книге. Но все обучены книге и знают общий язык, на котором ну, разговаривают. Вот, ну так тут ничего нового нет. Вам нужно создать офицерский корпус и в несколько поколений молодых, вот, совсем молодых вот, людей, вот, воспитать их. Вот, самое главное, чтобы не было этих стеклянного потолка, возможности им расти, вот, развиваться, мотивировать. Нужна мотивация, чтобы туда шли лучшие, а не худшие. Вот, Это тоже отдельная тема, как мотивировать, да? Часто говорят, как мотивировать людей пойти в армию саму. Скажу по-другому, как людей мотивировать пойти на офицеры, талантливых людей. Куда пойдет талантливый человек? В IT. Ну, бизнес. Да. В бизнес, да. Развиваться. Наверное, он будет хотеть, чтобы иметь себе квартиру и возможность там свободно отдыхать, ездить в Карпаты, да, а не где-то, да, сидеть в армии постоянно. Да, возможность там где-нибудь на речке отдыхать. Талантливые люди не идут в армию обычно. Ну, обычно. Поэтому это отдельная большая тема, в Израиле, да, важная тема, именно как мотивировать людей идти на офицерские должности. Деньгами не всегда замотивируешь. Такая тема, что офицер на всю жизнь, если связываешь навсегда с армией. Поэтому тут это очень такая. Поэтому создать, вскормить, мотивировать, развить несколько поколений. Можно ли это сделать во время сейчас той ситуации, как вот происходит сейчас на Донбассе, где русский пруд без остановки, как бы вот волнами, просто мясом засыпая? Ну, мне кажется, это нереальным. Вот. Поэтому, вероятно, это должны быть стратегические планы вашего генштаба и вашего руководства политического на строительство, скажем, там, когда у вас будет, опять же, между войнами определенное затишье. В Израиле это называется маба, мараха бен мильхамот. То есть в Израиле понятно, что война бесконечна, все время идет, и просто между одной большой войной и другой большой войной есть кампания между войнами, то, что называется, дословно маба. Это тоже какие-нибудь обстрелы, военное истощение, какие-нибудь там бои в воздухе, вот, спецназ, кибератаки, какие-нибудь терроризм, да, обстрелы и так далее. Но это все-таки низкая относительная интенсивность. Так вот, когда у вас будет такая вот кампания между компаниями, между войнами большими, вот, должны быть вброшены все силы вот, на абсолютно реструктуризацию, перестройку всего абсолютно. Вот. Ну, это уже к вашему генштабу и руководству политическому. Ну да, сам Роман Пономаренко как раз пишет о том, что если сейчас таких решений не найти, ну то будет, я опять цитирую, сценарий вермахт в 1944 году, постоянные бесперспективные отступления с боями в надежде на какое-нибудь чудо, которое никогда не наступит. Но опять, мы, понятно, говорим, что тут действительно это должен Генштаб. Опять же, слышал вас, вы говорили о том, что строится это долгое время, да, что это там поколениями происходит. Пытался тоже вспомнить пример, да, какой-то армии, ну или страны, на которую напали, и вот и армия смогла, не будучи постоянно воюющей страной, да, страной, которая подготовлена к войне, чтобы она вот так мобилизовалась и смогла дать отпор. Конечно, в голову Финляндия пришла, но там есть свои особенности, там и географические и так далее. Ну, кстати, а что не так с Финляндией? Не-не-не, все с ней так, имеется в виду, да, что ну вот страна, на которую хотел захватить Советский Союз, которая смогла дать отпор. То есть, там 3 месяца была зимняя война, там 100 дней. Да. Ну это не годы шло, мягко говоря. Ну да. Ну, есть точка зрения распространенная, что, в принципе, мы, ну, я имею в виду украинцы, что мы очень часто определяем слишком большие требования, ну, к своим там учреждениям, которые только начинают что-то там делать, там, каким-то министерством и так далее, что вот мы слишком критичны, ну, тут просто речь идет о человеческих жизнях, поэтому очевидно, почему мы об этом говорим. Ну и важные события, которые вы упомянули, понятно, авиаудар Израиля по Ирану. Да, когда там с субботы на воскресенье это произошло, там из интересных новостей, которые вот сегодня появились, что на фоне этого упали цены на нефть. Не выросли, а упали, потому что Израиль не ударил по нефтеперерабатывающим заводам. При этом я тоже много где видел, что это вот впервые произошло, да, что ну вот такого еще не было, чтобы прям такой авианалет был Израиля по Ирану. Как вы оцениваете важность этого события? Ну в смысле... Что это было? Мы показали Ирану, что у них проходной двор. С-300 – это самые современные у них системы ПВО. Они не могут остановить это. Удар же был не по пустырям каким-то. Там 2 предприятия, которые производят двигатели к ракетам. Твердотопливным, кстати. И были ослеплены, уничтожены радары и командные пункты. Там эти ПВОшники погибли, офицеры и сержант. Вот, самих С-300. Ну, то есть, если вы уничтожаете саму систему управления, то есть дальше все превращается в железо просто. Да, у вас стоят эти ракеты, вам не нужно уничтожать саму пусковую. Она просто не может ничего сделать. Она не видит и не может открыть огонь. Вот. все эти вещи не восполняются сразу. Ну, то есть какие-то вещи надо где-то купить, достать. Какие-то вещи, они долго их себе собирали с учетом санкций. То есть это не сразу так могут сделать. Ну, я говорю про производство двигателей к ракетам, например. Вот. То есть Израиль показал, что в следующий раз мы можем прилететь к вам снова, что-то другое разбомбить. И вы нас не остановите. Как вы в этот раз не остановили. Вот. Демонстрация такая была. Ну, я надеялся, что будут удары по портовой инфраструктуре, но, видимо, наши решили по военной. Симметрично. Они как бы, вы атаковали нам военные объекты, и мы атаковали вам военные объекты. Все честно. Но есть нюанс, как говорится. Ваши атаки в наши атаки. Вот. Иран сейчас грозится ответить. Видимо, ответят. Может, пустят еще больше ракет. Посмотрим. Вот. Но они в сложной ситуации, потому что они просто теперь понимают, что теперь это не гипотетический вопрос. То есть Израиль может прилететь сотни самолетов, самых современных, или сбомбить, что он хочет. И самый главный этот момент, если Израиль смог, а если США захотят, у которых намного больше самолетов, чем у Израиля, и у которых есть возможности технологические и военные намного больше, чем у нас. А если США надоест, и они решат как бы полностью с режимом Аятоллы поставить точку здесь. Вот. Если Израиль смог, то США тем более смогут сделать, что они захотят. Вы же понимаете, что на этот авианалет не только как бы там мы смотрим, так все смотрят. И русские смотрят, как их С-300 ничего не смогли сделать. И американцы смотрят, что лететь надо будет куда-нибудь, я не знаю. Как бы. Вот, у нас уже есть эмпирика, у нас уже есть данные. Вот. Полетим, разбомбим и так далее. Ну и про американцев. Вот, поэтому у Ирана сложная сейчас ситуация. Вот им, с одной стороны, они говорят, что хотят ответить. А как ответить так, чтобы к ним снова не прилетели? Это отдельный вопрос. Так что, наблюдаем. Пинг-понг такой. Ну, тоже понимаем, что, скажем, Дональд Трамп в случае своей победы, а там очень велики шансы, наши корреспонденты, которые сейчас находятся как раз на американских выборах, нам говорят о том, что все аналитики, американские, в том числе продемократические, не хотят выглядеть идиотами, и поэтому они говорят, Трамп победит. Ну или там наши политики приезжают из Штатов и говорят, слушайте, демократы уже ведут себя так, что они как будто бы они проиграли. Ну, почему я говорю про Дональда Трампа? Потому что как раз вот в отличие от темы с Украиной, тема Ирана у него такая, что надо мочить Иран. Я вот, значит, всегда делал так, чтобы у них не было никаких возможностей там ядерную бомбу производителя на кого-то нападать. Ну, это общая тема республиканцев. Республиканцы были очень антиирански всегда настроены. Они демократов всегда журили за то, что они слишком мягко с Ираном себя ведут и так далее. Ну, тут сколько даже не сам Трамп, это вообще как бы общая линия его партии, грубо говоря, вот, которую он презентует сейчас. То есть сами республиканцы очень антиирански настроены. Трамп немножко нестандартный республиканец. Да, это он уже это не какой-то прямо его личный бзик, это здесь абсолютно все это гармонично с партией, как бы, место идет. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Мне кажется, очень интересний разговор. Ігаль Левін, ізраїльський військовий глядач, був з нами на зв'язку. Багато тем ми обговорили. Повернемося за тиждень. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.